Итак, всем привет, это первое мое видео. Я посмотрел в интернете, такой вот кошелечек, да, и вот решил его соорудить. Ну, в принципе, получилось. Вот такие монеточки. Шить ничего не нужно, нужно было поставить, вырезать и поставить кнопочки. Ну, кажется, что-то получилось. Может быть, что-то и не так, я не знаю. Я делал это впервые. Никогда раньше не занимался кожей. Вот решил попробовать. Довольно-таки интересно. Сейчас покажу, как я это делал. Попробуем сделать с вами не такой же такой кошелечек. Я сделал такой шаблон. Получается 20 сантиметров. Да. И каждый получается 4 треугольника, и тоже каждая высотой по 10, да? 10, 10, и тут 10. Возьмем такой кусок кожи. Кожи немного, конечно, у меня это купил, какие-то остатки где-то нашел, покупал, чтобы пробовать. Потому что я еще ничего практически не умею. И как бы вот так вот. Выписал инструменты немножко. Тоже. Ну вот. В принципе. Инструмент выписал китайский какой-то, пришел, но ничего так, кажись. Может быть, я что-то делаю неправильно, не так. Пожалуйста. Все в комментариях. Пишем. Будем исправляться, будем учиться. А тут явно криворука сделал. Я взял 50 центов, они неплохо подходят, чтобы кругляшочек подрезать. Thank you.
Что-то сегодня все откручивается. Итак, вот так вот это получается. Теперь нам нужно разметить кнопочки, да? Ну, сейчас вот так немножко приложим. Смотрим, что у нас выходит. Вот так вот выходит. Это коварное дело. Да. Так. Ну, вот примерно смотрим, где кнопочку сделать, да? Ну, то тут вот где-нибудь. Примерно, да? Где-то примерно вот здесь вот сейчас мы сделаем. Кнопки устанавливать я тоже никогда не устанавливал. Сегодня пробовал первый раз. Сегодня прислали мне как бы этот набор, я выписывал. Никогда я этого тоже не делал, поэтому сразу говорю, строго меня не судите. Чтобы примерно сделать одинаково, да? Так, у нас ее. И вот так вот у меня это примерно получается. Теперь я сразу же сложил. Сложил примерно, да? Примерно вот так вот это все дело у нас будет. Отметим. Итак, мы пробили дырочки. И поставим кнопочки. Нам понадобится две такие, две наружные, две внутренние. Итак, вот у нас что получилось. Будем пробовать собирать таким образом. Раз. Сюда выкручиваем. Зацепили.
круто. Немножко жестко почему-то. Ну и все, отлично. Отличный кошелечек. Монетница. В принципе, наверное, и деньги можно туда засунуть. Пятерочку у нас. Ну да. Мелочь можно бросать туда, в принципе. И бумажечку можно закинуть. Тоже, в принципе, подходит. Все. Спасибо за внимание. В следующий раз будем делать что-нибудь другое. Подписываемся. Пишем свои комментарии. Ну и делимся своими поделками. Все, спасибо.